Приветствую вас, дорогие мои близнецы. С вами опять я, Татьяна Шиманова. Сегодня у нас новый прогноз. Вот, как говорится, добро на него я получила в своем сообществе. Вы дали свое согласие, причем большинством голосов дали согласие на такой прогноз. Ну, а как уж на самом деле у меня тут получится, ну, это время покажет. Так что не кидайте меня тапками, ежели первый блин будет комом. Ну, я исправлюсь. Итак, тема. Тема прогноза. Погода в доме. То есть, дела домашние. Как сложатся дела домашние? Какие события ожидаются? Что да как так где? Вот так это, если коротко. Ну, а остальное все узнаем из самого прогноза. Итак, дорогие близнецы, какие события ожидают вас в доме? Какая будет погода в доме? Знаете, вот месяц август будет у вас навеян какими-то тайными делами вашими. Да, да, да. Что-то вы там задумаете. И, конечно, не будете ставить в известность своих членов семьи, да вообще никого. Как говорится, это ваш будет тайный супчик. Может, даже магичить будете, кто занимается эзотерикой. Какие-то у вас появятся намерения по денежкам, что-то вы там будете придумывать, какие-то планы строить, как говорится, рисовать другую картинку финансовую. Может, даже, знаете, вот эта вся магия, какие-то ритуалы, если они у вас будут, они, скорее всего, связаны будут с привлечением денег. Вот такое ощущение идет, что вот август у вас будет намерение встать на ноги. В материальном плане встать на ноги, понимаете? И это будет задача номер один. Не исключено, что вы будете искать какую-то информацию, вести с кем-то переписку по этому вопросу. Может, даже, знаете, будете дома подрабатывать каким-то консультированием. Может, советы кому-то будете давать. Вот. Может, преподавать будете. Но у вас какие-то тайные планы появятся, тайные намерения. И возможно, что подоплека, вот почему стать самостоятельной в финансовом плане, она не просто так, понимаете? Этому есть причина, почему вы вот так август будете напряженно на эту тему думать. И может быть даже и не только думать, но и действовать. Может даже ездить куда-то будете. Но мы здесь не рассматриваем подробно тему работы как таковой. Это отдельный вот общий прогноз на август. Здесь у нас только то, что касается дел домашних. Знаете, может быть, даже это связано,
каким-то образом с вашими детьми или с рождением ребенка, или с поездкой ребенка куда-то. Может, на обучение куда-то он собирается ехать. Как вроде бы вы его отпускаете в свободное плавание, вот, и вам надо его вот финансово поддержать. Возможно, вы вышли на пенсию, поэтому ну, пенсия оказалась не настолько велика, как хотелось бы. Поэтому тут тоже вот перед вами стала проблема, что нужно что-то делать, как-то зарабатывать и перестраивать свою жизнь в материальном плане в другое русло. Как бы вроде, знаете, как выбор встал. Да, не исключено еще, что в августе вы затеете ремонт. Затеете ремонт, чтобы, так сказать, порадовать и себя, и вашу семью, чтобы было комфортно, уютно в доме, чтобы, как говорится, всем было, чтобы какая-то гармония веяла в доме. Так что не исключен даже ремонтик у вас. Также вот идет от карт, что как вроде бы вы от чего-то откажетесь. Может, даже, знаете, какие-то вещи выкинете. Расчистку сделайте пространство вокруг вас, которое в доме. Может, перестановку, может, генеральную уборку. И возможно, знаете, возможно, что вас еще подтолкнет вот на такие преобразования, вот на такие мысли тайные, скажем, действия, кто-то из родственников. Ихный успех, если можно так выразиться. Ихная везуха, пруха, понимаете, и вам захочется тоже от них не отставать. И тоже так же вот зажигать, как они зажигают по жизни. Может, даже с этим связано, друзья мои. Ну, как говорится, не только дурной пример заразительный, но и хороший тоже заразительный. Ну вот я вижу прямо, вот знаете, изменения. Изменения, возможно, отношений с детьми. Они у вас могут вполне перейти на новый уровень. То есть, понимаете, или это связано с тем, что они выйдут уже из детского возраста и начнут новую жизнь, сами самостоятельную, и вам придется это принять, их самостоятельность, принять их правила игры уже, понимаете? Подстроиться под это, потому что в вашем уже, вы уже не влияете на них так, как влияли раньше. Кстати, могут в августе вам прилететь чужие проблемы из какого-то ближайшего окружения. Может, у вас помощи попросят, что вот надо бы помочь, надо бы вот выручить. Не знаю, насчет денег это будет или не денег, но вот может такая ситуация может вполне случиться, дорогие мои. Будете вы также в этом месяце очень активно работать в интернете. Кстати, не исключена у вас виртуальная любовь. Вполне возможно. Но вы ее будете скрывать от всех. Вот, кстати говоря, еще одна тема для кого-то может сложиться в августе. Именно виртуальная любовь. Кто-то вас там шибко завлечет. И трудно сказать, насколько это вам будет полезно, знаете. Да, завлечь вас могут, но тут, знаете, нужно сохранять обязательно разумность. Потому что переписка может принять такой оборот, что либо к вам в гости попросятся, либо пригласят вас в гости. Вот может даже такой быть вариант, друзья мои. Не исключено такое обстоятельство. И тут уж, как говорится, вам выбирать, что делать. Ну, в августе я пока вот не вижу такого движения за пределы своего дома, скажем так. Больше мясничковые будут поездки. Ну, в той местности, где вы живете, или недалеко от нее. Вот. Ну, это, скорее всего, будет связано именно с домашними делами. Далеких поездок я здесь пока не вижу. Ну вот у кого нет пары, дорогие мои, в планах у вас вполне может быть создание союза с кем-то, новой ячейки,
Возможно, ваши дети выпорхнули, и если у вас нет супруга, вы, так сказать, не успокоились. Вы в августе намерены будете найти себе нового партнера. И тогда у вас все сложится, и по деньгам сложится. Как говорится, и для любви, и для души, и для тела, как говорится, все будет очень даже гармонично. Вот такие у вас глобальненькие могут задачи появиться в августе месяце, друзья мои. Ну, на этом я заканчиваю. Расклад очень хороший, я считаю, несмотря на некоторые шероховатости, в принципе. Ну, какие шероховатости? Эти шероховатости и то не ваши. Вот я, то, что я сказала, что на вас могут навалить проблемки чужие. Вот здесь вот единственное. Тут все зависит от того, насколько вы их примете к себе или, наоборот, их оттолкнете. Но вот у меня такое ощущение, что вы разумно к этому подойдете. С практической точки зрения, то есть это вам полезно, это вам нужно, и, как говорится, что за этим потом для вас последует, вот как-то так. На этом я заканчиваю, уважаемые близнецы. Всех благ вам, пусть у вас все получится, и до новых встреч на моем канале.